Я прерываю эту программу, чтобы сообщить вам текущее расписание наших передач. Международную радиостанцию MWV мы пропускаем World Voice. Подразделение радиостанции КНЛС «Новая жизнь» на русском языке нужно слушать один раз в день. На частоте 9570 кГц в диапазоне 31 метра с 18 до 19 часов по UTC. Мы вещаем из Индийского океана с азимутом 375 градусов на европейскую часть России. Повторяю. Вы можете слушать радиостанцию КНЛС «Новая жизнь», вещающую из Индийского океана, на частоте 9570 кГц, с 18 до 19 часов по UTC, ежедневно. Приветствуем с Аляски.
Вы слушаете передачу станции КЛЛС «Новая жизнь». Анкор Пойнт, Аляска. 99556, Соединенные Штаты Америки. Внезапной смертью одного из супругов или разводом. Это тяжкая душевная травма для ребенка и для оставшегося с ним папы или мамы. Лишь после того, как стихнет острая боль утраты, жизнь может войти в нормальное русло, обрести свой прежний ритм. Оказавшиеся в таком положении супруги и дети переживают свое горе в одиночку. Но неоценимую помощь оказывает им Господь. Поддержка друзей верующих. Жизнь должна продолжаться. Этому и посвящена наша сегодняшняя передача из цикла «Фокусы силы». Добрый день, дорогие радиослушатели. Приглашаем вас на очередную встречу с нашим гостем, известным психологом и автором популярных книг доктором Добсом. Добрый день. У нас в студии уже знакомые вам Памела, Джейн и Джерри, воспитывающие своих детей в одиночку. Они поделятся своими мыслями и постараются вселить надежду в тех, кто готов опустить руки. И мы очень рады вновь видеть их у нас в студии. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Благодарю вас. Джерри, в прошлый раз вы говорили, как трудно было вам справляться с детьми в одиночку. И о том, что вы скрывали от всех свое подавленное состояние. Но Господь дал вам силы одолеть трудности, не так ли? О, да. Я испытываю бесконечную благодарность. Каждую неделю, каждый месяц, каждый год он давал мне новые свидетельства своего могущества. Я благодарю его за это. Отлично. Давайте поговорим о детях. Как отреагировали они на внезапную потерю отца? Кто начнет? Мои дети долго находились в счастливом недоумении. Мой сын однажды вечером пригласил отца на концерт. Оделся, впервые повязал галстук. Ему было тогда 12 лет. А я сидела и смотрела, как мальчик ждет своего отца. И меня посмотрит, не идет ли он. Никто так и не пришел. Это было убийственно. От моего бывшего мужа требовалась такая малость прийти к своему ребенку. С этого момента мой сын и начал приноравливать уровень своих ожиданий и надежд к действительности и к тому, чего можно ждать от его отца. С этого вечера интерес переменился в взаимоотношениях. Мои дети не отходили от меня ни на шаг. Они чувствовали себя до того слабо, до того беспомощными. И одно лишь было хорошо во всем этом, что их вера выросла и укрепилась. Мы все вместе садились на пол, разговаривали, рассказывали друг другу, о чем молится каждый из нас. Я просила их молиться за себя, ибо сама я этого делать не могла. Сначала я подумала, что они испугаются, если я скажу так. Подумала, будто я не стану воспитывать их и заботиться о них. А потом сказала, Господь от меня будет нашим супругом и отцом, и лучшего даже представить себе нельзя. Это было для нас время совместного духовного роста. Мы стали особенно близки. Они еще и сейчас чувствуют себя неуверенно и, пожалуй, ведут себя тише, чем другие дети. Но Господь не оставит нас. У вас отличные дети. Я играл в баскетбол с вашими сыновьями, и должен признаться, они мне очень и очень понравились. И когда я смотрю на вас, такую мягкую, женственную, совсем не напористую и не агрессивную, и понимаю, что вы не пали духом, а сумели в одиночку вырасти четверых, то думаю, что ваш пример поможет женщинам, оказавшимся в столь же затруднительном положении и не знающим, как им заработать денег, как вести хозяйство. Да, Господь и правда великий врачеватель. Чем больше у тебя душевных ран, тем лучше он их исцелит, и тем сильнее ты становишься благодаря ему. А
оглядываясь назад, я не вижу пустоты бреши, которую еще могла бы заделать Вера. Как же вам всем удается работать, смотреть телевизор, ухаживать за садом, красить дом и пестовать детей? И при этом сохранять время и силы на самих себя. Ну как? Когда я только собиралась пуститься в это одиночное плавание, психолог сказал, что мне надо обязательно выкраивать время и для себя. Ну, то есть, если я люблю читать или принимать ванну, то вы все равно покорите себя за это. Психолог сказал, не найдете времени для себя, вам нечего будет дать вашим детям. И я поняла его правоту. Ведь в самом деле, я должна что-то давать детям. И с Божьей помощью я сумею сделать для них и для себя то, что надо. Но мне это нелегко далось. Иногда и не хочется ничего делать. Постоянно одолеваешь себя. Да, когда силы на исходе, проще всего от чего-то отказаться. Но это чревато тем, что человек засохнет, как говорят. Не правда ли, Джейн? Как вам удалось что-то привносить в свой мир? Я писала стихи. Я вообще люблю писать. Но сил не было, и потому я сочиняла стихи, пока занималась хозяйством. Они оказывали на меня благотворное действие. Я никуда не могла отвезти детей на каникулы, но мне хотелось как-то отметить конец учебного года. Легко сказать отметить, если ребятишек у тебя четверо, а ты одна. И я написала каждому по стихотворению. Они помнят это даже теперь, когда выросли. Иными словами, не обязательно тратить много денег, чтобы устроить детям праздник. Джерри, а как вы отдыхаете в свободное от медицины время? Знаете ли, человек сам должен определить, что ему полезно. Можно принять ванну. Это всего четверть часа, но позволяет восстановить силы. А я выкраиваю 5-10 минут в день и просто просматриваю газету. Я не знаю, согласитесь ли вы со мной, но вот когда семья распадается, дети подвергаются такой психической травме, что оставшаяся с ними мать считает, что должна всю себя до последней капли отдать. А это значит, что даже если вы всего по несколько минут в день будете, скажем, бегать трусцой, то вас замучает совесть, так это? Да. Со мной это было именно так. Бывают дни, когда и в самом деле надо все отдать детям, а уделять время себе – непозволительная роскошь. Утешаться надо тем, что придет и твое время. Я тоже считаю, что вот первые, самые трудные дни надо оказывать детям такого рода поддержку. Провести по возможности невредимыми через все эти мучительные вопросы. А потом, когда они поверят в себя, в то, что ты-то их не бросишь, у них появится мысль. Маму нужно отпускать по ее делам, а мы побудем одни. Лишь года через 2-3 после развода я почувствовала, что могу себе позволить пойти в воскресную школу. Будь мои дети постарше, я бы им сказала, что мне надо читать книжки, чтобы я могла отвечать на их вопросы. Но малышам трудно понять такое. И я ходила и на их школьные вечера, и на футбольные матчи, и на соревнования по гимнастике, и тратила на это много времени и сил. Но это укрепило их доверие. И теперь я могу пропустить что-либо из этого. Они не обидятся. Из этого, так сказать, обмена мнениями я сделал вывод, что очень важно совладать с чувством своей вины. У отца или матери, воспитывающих ребенка в одиночку, это чувство возникает непременно. Для разведенных супругов это особенно трудно. А не сумеете обуздать чувство вины, оно вас живьем съест. Хотя от ошибок никто не застрахован, я тоже мучился чувством своей вины. От старости вещей. Да, мы испытываем вину, но мы же в этом не виноваты. Господь помогает нам стать более зрелыми. И теперь я умею справляться с чувством вины. Вина может быть и стимулом, но можно сожрать вас, как свой опыт. Господь вразумил вас, и я хочу, чтобы вы передали эту мысль людям, воспитывающим детей в одиночку. Вы знаете, я понял, что жизнь наша в чем-то сродни автомобилю. Нет бензина, он станет как мертвый, покуда не заправить его. То же и с нашей жизнью. Если ваши духовные ресурсы истощились, а сами чувствуете, что в полном упадке, самое правильное – пойти в церковь, подзарядиться духовным горючим.
и тогда вновь сможете действовать и служить Богу. Мы каждое воскресенье идем в церковь и заполняем наши баки, и можем ехать дальше. Я видела многих матерей-одиночек, рассуждавших так. Раз мой брак сдался, то и жизнь пошла прахом, и детям счастья не хватает. Но наша сила в Боге. А Он не хочет, чтобы мы думали и считали так. Чувство вины вполне естественно. Но нельзя же всю жизнь предаваться самобичеванию. Настает час, когда надо с Божьей помощью брать себя в руки и говорить себе, ты сумеешь реализоваться как личность, и с детьми твоими все будет в порядке. Такая уверенность – это основа основ. В остальном надо положиться на волю Божью. А что вы скажете о повторном браке? Я видела много такого. Это порождает ложное чувство защищенности. А сам ты перестаешь развиваться как личность. Тебе кажется, ты никому не интересна. И замуж ты выходишь не за того, кого судил тебе Господь, а примерно за такого, кто был твоим первым мужем. Или заключаешь брак, чтобы наполнить пустоту в доме. И для того, чтобы дать детям отца. Иногда оказывается, что лучше уж никакого, чем такой. Я была из тех, кто обязательно хотел снова выйти замуж. Но Господь показал мне, что у него есть расписание. И я должна безропотно принимать то, что выпало на мою долю. Где-то я читала, что заводить новую семью, когда у тебя дети-подростки, очень трудно. Я как раз в таком положении. И предположим, и у того, за кого я собираюсь выйти, тоже будут подростки. Это создаст сложности, а они мне ни к чему. И вы считаете, что как нетрудно воспитывать детей в одиночку, это все же лучше, чем неудачный второй брак, когда две семьи готовы будут вцепиться друг другу в губы. Вот-вот. И когда я прочла это, то сказала, Господи, моим детям 13 и 17, я в твоих руках. Если ты хочешь, чтобы я вышла замуж, пока они еще не выпорхнули из гнезда, ты создашь ситуацию, которая меня устроит. И Господь дал мне возможность объединить при нашей церкви других родителей-одиночек. Я объяснила им, что я иду по этому пути не напрасно. Я могу помочь им делом и советом. Кто-то сказал однажды, это не распавшаяся семья, а семья матери-одиночки. И я хочу вам пожелать всем-всем твердости и бодрости. Я благодарю вас и буду молиться, чтобы Господь даровал вам силы и дальше вести свои семьи. Благодарю вас. Мне было очень приятно. Благослови вас Бог. А мы надеемся, что нашим радиослушателям, среди которых есть и те, кто воспитывает детей в одиночку, наша передача придаст новые силы и мужество. Ведь это очень нелегкое дело. А потому ищите поддержки у тех, кто понимает, как трудно найти себя в таких обстоятельствах. Старайтесь не поддаваться унынию и не вините себя. Бог благословит вас, если вы воспитываете своих детей во славу Его. На этом наша передача окончена. Текст доктора Добсона читал Евгений Вишник, а помогала ему я, Лариса Гребенщикова. Мы прощаемся с вами и ждем встречи в это же время, на этой же волне, ровно через неделю в передаче из цикла «Фокусе семья». Уважаемые слушатели радиостанции КНЛС, мы бы хотели, чтобы вы поделились с нами своим мнением и пожеланиями о только что прозвучавшей передаче из цикла «Фокусе семья». Нам можно писать на адрес нашего отдела писем в Санкт-Петербурге. Индекс 191-187, абонентский ящик номер 47. Thank you.
Я прерываю эту программу, чтобы сообщить вам текущее расписание наших передач. Международную радиостанцию MWB Madagascar World Voice, подразделение радиостанции КНЛС «Новая жизнь» на русском языке можно слушать один раз в день. На частоте 9570 кГц в диапазоне 31 метра с 18 до 19 часов по UTC. Мы вещаем из Индийского океана с азимутом 355 градусов на европейскую часть России. Повторяю. Вы можете слушать радиостанцию КНЛС «Новая жизнь», вещающую из Индийского океана, на частоте 9570 кГц с 18 до 19 часов по UTC ежедневно. Книга книг. Факты или мифы. Диалог истории и Библии. В эпоху Средневековья ангелология, или наука об ангелах, была неотъемлемой частью христианской теологии. В многотомных трактатах богословы спорили о свойствах поведения и иерархии ангелов. Современные же христианские теологи предпочитают вовсе не высказываться об ангелах по различным причинам. Одни ученые считают их присутствие на страницах Библии языческим влиянием, подрывающим монотеизм. Другие, хотя и признают существование неких духовных сил, все же считают, что библейские авторы отразили слишком отвлеченно и фольклорно образы этих загадочных созданий, изображая их как воинов, оснащенных колесницами, мечами и другим оружием, которое использовали 3000 лет назад. Однако, независимо от того, верите ли вы в ангелов или нет, давайте вспомним некоторые интересные сведения о них из Библии. Прежде всего, есть ли у ангелов крылья? Интересно, что Библия не подтверждает это общепризнанное мнение. Единственный вид ангелов с крыльями, о которых упоминается в Библии, это серафимы, имеющие, по словам Исаии, 6 крыльев. В книге пророка Даниила мы находим описание архангела Гавриила, князя ангелов. Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его, по виду, как блестящий орел, и глаз речи его, как голос множества людей. Многие считают, что идея существования хранителя не имеет ничего общего с Библией, что это просто сказка, которую родители рассказывают детям, чтобы они не боялись темноты. Евангелие, однако, донесли на нас следующие слова Иисуса Христа. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, из детей, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо от самого небесного». Греческое слово «ангела» и древнееврейское «малах» оба переводятся как «посланник». В Библии прямые упоминания об ангелах встречаются 248 раз. В ней также говорится о главных ангелах, или архангелах Михаиле и Гаврииле, и о падшем ангеле Иосифе. В течение всей истории человечества ангелология занимала ум и воображение людей. Согласно древнееврейской традиции, существует 4 архангела. Гавриила, который раскрывает новую волю Бога, Михаил, который низвергает врагов Бога, Рафаил, встречающий души умерших людей, и Уриил, который призовет всех к суду. Согласно мусульманской вере, у каждого человека есть 2 ангела. Ангел, который находится по правую руку, учитывает все хорошие поступки, а ангел, находящийся слева, плохие. В книгах Нового Завета упоминаются всевозможные божественные создания. Автор «Послания к евреям», которое содержит наиболее обширные сведения об ангелах из всех книг Нового Завета, провозглашает, что воскресший Христос выше ангелов. Далее он задает риторический вопрос. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Апостол Павел в своих посланиях несколько раз ссылается на различные чины, типы ангелов. Силы, начало, власти, престолы. Согласно книге Откровения, 10 000 раз, 10 000, почти 100 миллионов ангелов находятся у Господнего престола. В Второзаконии
говорится, что 10 тысяч ангелов были на горе Синай, когда Бог раскрыл закон Моисея. Существуют ли ангелы, или они просто символизируют неисповедимые и загадочные проявления божественной силы? Каждый из нас должен сам найти ответ на этот вопрос. Если вы хотите получить бесплатно
книгу Майкла Армора «Путеводитель по Библии», то пишите нам по адресу 191-028 Санкт-Петербург, абонентский ящик 47. Книги подробно и доходчиво разъясняются главы Библии и история ее написания. Уважаемые радиослушатели, Русская библейская школа в городе Санкт-Петербурге предлагает вам бесплатные рассылки Библии, детских Библий, христианских книг, дисков и уроков, а также духовное общение по переписке. На данный момент у нас в наличии 5 библейских курсов, призванных помочь человеку обрести веру и укрепиться в ней, а также около 40 наименований христианской литературы. Преподавателями Русской библейской школы являются учителя с богословским образованием, верные христиане с многолетним опытом служения по местным церковным общинам. По мере сил и возможностей они с радостью ответят на ваши вопросы и духовные нужды. Пишите и звоните нам 191-028, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 47. Радиостанция КНЛС, Русская библейская школа. Адрес электронной почты rbs@ictm.ru. Телефон, код 812-337-5124. Повторяю наш адрес 191-028, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 47, радиостанция КНЛС, Русская библейская школа, адрес электронной почты rbs@ictm.ru. Телефон для связи, код 812-337-5124. Да хранит вас Господь! Your
с разным цветом кожи, с разными чертами лиц. Все они радуют его взгляд. Христос любит маленьких детей. Начинаем нашу программу «Знакомство с Библией». Я надеюсь, у тебя есть сегодня несколько минут, чтобы послушать еще одну удивительную историю из Библии, в которой рассказывается об одном из самых замечательных героев древней истории. В сегодняшней программе ты узнаешь о том, что дальше случилось с кораблестроителем Ноем и его семьей. Бог выбрал семью Ноя, чтобы они спасли землю и всех ее живых обитателей от полного разрушения. И в первой книге Библии «Бытие» последовательно, как в дневнике, перечислены события тех давно минувших дней. А теперь садись поудобнее и давай откроем первую книгу Библии «Бытие» на 7 главе, стихи с 11 по 18, и посмотрим, что в Библии рассказывается о Ное. 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной, Сим, Хам и Иафет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними. Они и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, пресмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие по роду их, все птицы и все крылатые. И вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И вошедшие мужские и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог. И затворил Господь за ним. И продолжалось на земле наводнение 40 дней. И умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал на поверхности вод. Было ли Ною на самом деле 600 лет? В Библии говорится, что Ной прожил не только до 600 лет, но даже до 950. И Ной ведь был не самым древним из библейских героев. Человек по имени Мафусал пережил его на 19 лет. Да-да, Мафусалу было 969 лет, как говорится в 5 главе Бытия. Как тебе кажется, может быть, во времена Мафусала и Ноя люди исчисляли время по другому календарю? Может быть, они по-другому отсчитывали промежутки времени? Вполне возможно, верно? Кто знает, их исчисление времени могло быть совсем не похоже на наше. Подобно тому, как древние египтяне, населявшие когда-то могущественный Вавилон или народы других наций, которые уже больше не существуют, все жили по календарям и времени, отличным от того, которое мы употребляем сейчас. Если именно в этом дело, то у меня к тебе есть один вопрос. Почему тогда в библейском перечне древних героев Бога говорится о днях, месяцах и годах? И правда, трудный вопрос.
и ничего греха таить. У меня нет на него прямого ответа. И я очень сомневаюсь, что кто-нибудь другой может дать на него исчерпывающий ответ. В жизни много парадоксов или неразрешимых загадок и ситуаций. И нам приходится с этим мириться. С одной стороны, мы можем предположить, что люди во времена Ноя жили по другому времяисчислению, которое отличалось от того, как мы исчисляем дни, месяцы и годы в 20 веке. С другой стороны, мы не можем не обращать внимания на точные ссылки в Библии на периоды времени. И если даже нам трудно себе представить, что имеется в виду, когда в Библии говорится, что Ной прожил до 950 лет, а Мафусал дожил до 969 лет, мы не должны подходить к этим цифрам как к простому преувеличению. Они весьма определенные и точные, даже если никому еще не удалось раскрыть секрет того, чему они равны в современном математическом исчислении. И в самом деле, ссылки на время в библейском повествовании о Великом потопе, который начался по воле Бога во времена жизни Ноя, так точны и детальны, что один ученый предположил, что Ной, возможно, вел дневник, который позднее и послужил основой для восстановления событий потопа в Библии. Например, в 8 главе этой книги мы читаем: «Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в 7 месяце, 17 день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10 месяца. В первый день 10 месяца показались верхи гор». Легко себе представить, как Ною и его семье не терпелось сойти с корабля после 10 месяцев, проведенных в ковчеге, со зверями и птицами, которым Господь поручил их заботе. И неважно, по какому календарю мы исчисляем дни и месяцы, верно? Да, должна признаться, что Ной был одним из самых терпеливых людей, когда-либо живших на земле. И даже тогда, когда из ковчега можно было снова видеть вершины гор, и вода начала отступать, он ждал еще 40 дней, прежде чем открыть окно ковчега и выпустить ворона, чтобы птица принесла им назад известие о том, достаточно ли высохла земля, и могут ли обитатели ковчега выйти на сушу. Но ворон не вернулся в ковчег. И когда все устали ждать возвращения этой большой черной птицы, может быть, один из обитателей ковчега обратился к Ною с такими словами: «Ворон — сильная птица. Он может летать без отдыха. Ты должен выпустить на волю птицу послабее, которая вернется в ковчег, если не найдет себе места для отдыха». Совет был хороший, и Ной выпустил на волю еще одну птицу, чтобы по ее поведению узнать, что происходит вокруг. На этот раз Ной послал голубя. Вскоре голубь прилетел назад, так как он не нашел себе места для отдыха. Тогда Ной подождал еще 7 дней и снова выпустил голубя из ковчега. В этот раз птица вернулась назад, неся в клюве свежий лист масличного дерева. Осторожный и терпеливый Ной подождал еще неделю и в третий раз выпустил голубя. В этот раз голубь не вернулся в ковчег, и Ной понял, что опасность позади, и что все могут спокойно выйти из ковчега. Когда же это все случилось? И снова, в Библии указываются точные даты, хотя мы и не знаем, каким календарем пользовались наши праотцы во времена Ноя. В 8 главе книги «Бытие», стихах 13 по 17, мы встречаем и другие даты, которые звучат так, как будто
Кажется, они взяты из дневника Ноя или одного из других обитателей ковчега. 601 года, к первому дню первого месяца, истекла вода на земле. И открыл Ной кровлю ковчега, и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. И во втором месяце, к 27 дню месяца, земля высохла. И сказал Бог Ною: «Выйди из ковчега ты, и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, из котов и всех гадов, пресмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле». Ты можешь себе представить, как счастлив был Ной и его родные, когда они снова почувствовали под ногами твердую почву. И Господь был доволен их верной службой. Он заключил с Ноем и всеми его потомками соглашение. Бог обещал никогда впредь не проклинать землю из-за человека и не уничтожать все живое на земле, как он то сделал во время потопа. Сдержал ли Господь свое обещание Ною? Ответ на этот вопрос мы получаем каждый раз, когда на небе появляется радуга. Почему? А вот послушай, что говорится об обещании Бога в Библии. «Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душею живою во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти». Поэтому, когда ты в следующий раз увидишь радугу, подумай о великом обещании Бога и о замечательных свершениях преданного его слуги Ноя. Этот полный красок, великолепный символ знаменует связь между небом и землей. Связь, которая началась со времен Ноя много веков тому назад. Вот и все на сегодня, дружок. Я рада, что ты уделил мне несколько минут своего времени. И желаю тебе веселых дней и много радости. До скорой встречи в программе «Знакомство с Библией». Я прерываю эту программу, чтобы сообщить вам текущее расписание наших передач. Международную радиостанцию MWD, Madagascar World Voice, подразделение радиостанции КНЛС «Новая жизнь» на русском языке можно слушать один раз в день. На частоте 9570 кГц в диапазоне 31 метра с 18 до 19 часов по UTC. Мы вещаем из Индийского океана по зимутам 355 градусов на европейскую часть России.
повторяю. Вы можете слушать радиостанцию КНЛС «Новая жизнь», вещающую из Индийского океана, на частоте 9570 кГц, с 18 до 19 часов по UTC, ежедневно. Дорогие друзья, на этом радиостанция «Новая жизнь» завершает сегодняшнее вещание на русском языке из Индийского океана. Надеемся, вы станете регулярными слушателями наших передач. Если у вас есть критические замечания, предложения по улучшению работы станции, то пишите нам либо обычным письмом на адрес в Аляске. Anchor Point, Аляска, 99556, США, либо на адрес электронной почты questions@knls.net. Повторяю адреса. Anchor Point, Аляска, 99556, США, либо на адрес электронной почты questions@knls.net. Также, если вы хотите получить карточку подтверждения прослушивания наших программ, пишите по тем же адресам. Всего вам самого доброго. Да хранит вас Уважаемые радиослушатели, передача радиостанции КНЛС подошла к концу. Мы надеемся, что вам понравилась наша программа. Если вы хотите получить расписание передач, пишите по любому из следующих двух адресов. Радиостанция КНЛС, Anchor Point, Аляска, 99556, США, или Россия, Санкт-Петербург, 191-187, абонентский ящик номер 47. Повторяю адреса. Радиостанция КНЛС, Anchor Point, Аляска, 99-556, США, или Россия, Санкт-Петербург, 191-187, абонентский ящик номер 47. До новых встреч в эфире. Да хранит вас Бог. مجلة جديدة من راديو سبا. أهلا بكل مستمعينا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مع راديو سبا استمتع بمواضيع جديدة وفقرات ممتعة. معاكم النهاردة كريم الخشاب وهالة أبو الفضل. أهلا بكل حبايبنا ورجعناكم تاني ومع الفقرة اللي جاية معلومة.
знаете ли, коя е най-известната звезда?